Лицей номер 13 проходит тест на меткость и отличное зрение. Впрочем, в армию забирать здесь никого не собираются. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» химчане встретились с представителями Федерации градошного спорта Ксенией Долженко, которая рассказала о старинной русской игре в городки, о ее истории, правилах и секретах. Постарайтесь не выбить город соседней команды. Договорились? Ну, все-таки постарайтесь, хорошо? Да, это, соответственно, ваш не только попасть, но и выбить все 5 городков за пределы квадрата. Среди участников горожане, кто постоянно посещает мастер-классы, например, Надежда Захарова, на одной из последних встреч валяла цветы из шерсти. А сегодня настало время размяться. Мне вспомнилось вот эти детские годы, очень вспомнились. И я сегодня принимала здесь участие. Мне понравилось, я выиграла 2 раза. Вот, и буду продолжать дальше заниматься этим мастерством. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации. Количество мастер-классов приближается к 1500. О ближайших мастер-классах можно узнать из газеты «Химкинские новости». Афиша у нас в нашем основном издании «Химкинские новости», в которой вы можете узнать, где какие мероприятия проходят, определиться со свободным временем, чтобы посетить, определиться с местом, где их будут проводить, потому что проводят их во всех микрорайонах нашего города. Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.